уснула и больше не проснулась. Вячеслав Гришечкин винит себя в трагической смерти любимой. Гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова был знаменитый актер Вячеслав Гришечкин. На счету этого любимого всеми нами актера десятки великолепных ролей. А о своей личной жизни артист не распространяется. Вместе с Анной он прожил 25 лет, но злочастный рак забрал возлюбленную актера. В этот раз в студии Вячеслав рассказал о самой большой трагедии в своей жизни, которая не отпускает его до сих пор. Он вспоминал о своей любимой, ныне покойной супруге Ане. Актер был женат дважды. Первый раз брак был совсем короткий. С супругой актер прожил всего 5 лет, но у них родилась замечательная дочь Ольга. После развода пара смогла сохранить дружеские отношения, и взаимосвязь отца и дочери ничуть не ослабла после того, как у Гришечкина появилась новая семья. Мне было сложно уходить, это было ужасно. Были переживания, советы друзей. Ну вот, любовь это была, а бороться с ней зачем? Зачем делать несчастными сразу две семьи? Вспоминает гость студии. Эта любовь оказалась настоящей. Свадьба с новой супругой совпала с днем рождения дочери. Вторая семья Гришечкина оказалась более крепкой и счастливой. Анна и Вячеслав были счастливы всю свою совместную жизнь. Успели отметить 25-летие со дня свадьбы и любили друг друга до самой смерти жены. А артист любит покойную жену и сейчас.